Здравствуйте, наши дорогие друзья! Сегодня мы хотим вам рассказать о чудесном ручном распылителе пищевых смесей РСП-2. Ну, во-первых, давайте по порядку разберем компонентную базу, из которых они состоят, рассмотрим модели, какие бывают, и детально все проговорим. Во-первых, машина для разбрызгивания, это, скорее всего, инвентарь, который представляет из собой емкость, представляет собой набор шлангов и, самое главное, пистолет, на котором могут быть вставлены прекрасные форсунки. Итак, ручной распылитель пищевых смесей предназначается для разбрызгивания масла, яиц, он же меланжа, сахарных сиропов и так далее и тому подобное. Жидкости, которые могут использоваться вот в такие, скажем, диаметры отверстий. Ну и, соответственно, вот в такие диаметры форсунок. Предназначен для разбрызгивания масла, яйца, сахарных сиропов и других жидких масс. Основой распылителя являются два элемента. Первое – это бак, выполненный в виде нержавеющей емкости. И вот здесь начинается деление на модели. Модель 5 литров, модель 9 литров и модель 18 литров. Как мы видим, 18 литров – это достаточно большой бак, который, соответственно, помещает в себя 18 литров. Специально сделан для использования с пищевыми продуктами. Потому что пищевые продукты, они попадают в пищу, и материалы, которые использованы, они должны быть не вызывать каких-то побочных действий с теми продуктами, которые в них находятся. Ну вот здесь, к примеру, бак изготовлен из нержавеющей стали. Подчеркиваю, пищевой нержавеющей стали. И пистолет для распыления. Ну, давайте более подробно посмотрим. Пистолет для распыления. При кажущейся простоте, это специализированный пистолет, который, соответственно, используется для жидких материалов, для того, чтобы можно было открывать, закрывать. У пистолета есть несколько моментов. Во-первых, для того, чтобы нам произвести мойку, чистку, мы спокойно этот пистолет разбираем. Вот таким образом. Здесь стоит уплотнительное кольцо. Здесь можно это все взять и помыть. Очень важная вещь. Итак, у нас ствол, или как, дуло пистолета, прокладочка, форсуночка, гаечка. И мы все это ни в коем случае нельзя ничем форсунку, скажем, пилить, точить, там, болгаркой, топором чистить, только промывать и продувать воздухом, потому что она сделана из бронзы. Бронза, ну, это не титан, это нельзя туда, скажем, толкать всякие тяжелые металлические вещи. Ну, выйдет из строя и, соответственно, перестанет функционировать. Да, кстати, вот разобрались мы, да? И таким же образом это все в обратном порядочке собирается. Собирается, ключиком затягивается, форсуночка регулируется, пистолетик вкручивается. Все продумано. Пластик, нержавейка, бронза. Ничего, что может корродировать или попортить продукт. Ну, здесь у нас для быстросъема, который мы, соответственно, используем для того,
чтобы соединить, и все, и пистолет готов к работе. Можем быстро начать работу. И также далее, то есть мы можем легко и просто подключаться к нашим емкостям. Но мы это еще детально посмотрим. Сейчас мы посмотрим наши. Оба вот такие вот шланги. То есть все это клапана, потому что это емкость под давлением, который создает нагнетающий поток от компрессора, ну как подающий пневматический воздух. Воздух входит в баллон, создает давление, и уже жидкость истекает или распыляется при помощи пистолета. И вот так мы работаем. Что мы можем делать? Мы можем формой смазывать маслом, мы можем наносить меланж, мы можем распылять сироп, мы можем воду распылять, ну и любую жидкость, которая, скажем, способна истекать. Что еще? Итак, в комплект моделей входит стандартно один баллон 5 литров 9 18 пистолет с одной форсункой. Форсунка могут быть разные, давайте более детально посмотрим. Форсунки бывают трех видов. Стандартно всегда идет 337, но для некоторых масс, густых масел, можно использовать большую форсунку, и тогда факел полностью, да, забыл сказать же, у нас же форсунка, она делает факел. Факел веерного типа. Не конусного, как большинство, а именно веерного. Таким образом мы максимально ровно наносим продукт и можем управлять этим процессом. У нас есть три форсунки. Стандартно идет форсунка 337, которая подходит почти для всех жидких продуктов. Но иногда для экономии можно использовать меньшую форсунку. И для некоторых густых большую форсунку. Ну и гайка. Ну иногда вот кому-то может быть это понадобится. Вот так выглядят вживую эти форсунки. Так, пистолет. Что касается форсунок, их можно либо докупать отдельно, либо опционально брать несколько и подбирать для разных продуктов. Еще есть очень интересная вещь, дополнительная опция, так называемая система управления давлением, где у нас есть регулятор давления производства одной известной итальянской компании, где мы можем при помощи его либо добавлять давление, которое нам необходимо. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы регулировать сам поток жидкости. То есть мы можем его делать больше, можем делать меньше. И это устройство позволяет. Конечно же, лучше использовать осушитель. Ну, мало ли что-то там от компрессора, от какого-то конденсата, еще что-то может сюда попасть. Поэтому осушитель, ну, я всегда рекомендую, потому что все, что приходит с воздухом, воздух с магистрали контактирует с самим продуктом, и что там может быть? Ну, поэтому лишний раз, лишняя, скажем, защита от, скажем, попадания каких-то нежелательных частиц, она не повредит. Здесь есть краник для того, чтобы сливать конденсат, и в комплекте мы ставим для быстросъемов элементы. Для чего это? Потому что вы можете очень быстро взять
и подающий шланг, который идет на емкость, соединить и вуаля, присоединить к своему входу в компрессор либо подачу сжатого воздуха. Очень все добротное, очень все качественное. То есть видно, что здесь шланг, он настоящий шланг, не какой-то там. То есть его вот продавить пальцами у меня не получается. Его жесткость при условии того, что он достаточно может быть, ну, гибкий. Итак, еще раз представляем вам модельный ряд распылителя, ручного распылителя пищевых смесей РСП-5. Модель РСП-5, РСП-2, модель РСП-2-5, модель РСП-2-9 и модель РСП-18. Пожалуйста, какие-то вопросы, может, у вас есть какие-то предложения. Можно, конечно, это все автоматизировать, сделать, скажем, клапанную систему, фильтрацию, охлаждение, скажем, бака, или же наоборот подогрев бака. Ну, давайте посмотрим, если у вас есть такие задачи, давайте их решать вместе. Подогрев бака, ну, можно сделать водяную рубашку, подогревать бак, таким образом подогревать массу внутри бака. Ну, это будет полумера, скорее всего, потому что мы видим, что сама емкость, она имеет вот такую конструкцию. То есть у нее есть, что у нее есть? У нее есть вот такая крышка, вот с таким вот прорезиненным уплотнением. Очень хорошая ручка. Клапан, который нужен для того, чтобы... И есть обрезиненная держалка, которая при большой температуре, скорее всего, будет негативно сказываться. Что-то внутри. Вот мы видим, как устроена подача. То есть есть в этот клапан мы закачиваем воздух. Воздух давит на жидкость, и жидкость сама начинает истекать через наши клапаны. Все здесь, видите, клапана после работы, мойку и так далее, все очень хорошо. Ну что, наши дорогие друзья, краткий обзор моделей ручного распылителя пищевых смесей РСП-2 мы подвели к завершению. Конечно же, хочется много всего рассказать, что посмотрите, это такие классные штуки, такие классные компоненты. Но вам решать самим. Это данные машины-инвентарь решают задачи. И, конечно же, скажем, у них есть определенные характеристики, которые мы вот вам попытались показать, рассказать. И с помощью этого видео у вас не будет никаких, скажем, вопросов, нужен это вам или не нужен. А я с вами прощаюсь. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и увидимся уже в следующем видео. До новых встреч. До свидания.